От Европы до Океании география первенства мира по снукеру, которая сегодня стартовала в Тюмени, обширна. Пусть стран всего 12, но многие из них по-настоящему экзотичны. Австралия, Новая Зеландия, Пакистан. Все участники без тени сомнений приехали в Сибирь. Юноши и девушки до 16 лет с нескольких континентов разыгрывают медали в Тюменском легкоатлетическом манеже. Снукер в первом городе Сибири – дисциплина не новая и стремительно развивающаяся. Неудивительно, что именно здесь решили опробовать новые бильярдные столы. Они аналогичны тем, на которых играют профессионалы. Просто другая фирма китайская изготавливает. Технология у нее металлические супинаторы, которые позволяют более качественно получать более качественную игру, более качественный отскок шара. Артему Истомину всего 10 лет, но он уже сумел стать чемпионом страны в одной из дисциплин снукера. Поэтому стол для игры проверял дольше всех. Это важно, потому что если ты не знаешь, какое сукно, быстро оно или медленно, ты просто не сможешь делать там серию и не выиграешь никак. Судью, в принципе, не надо, она сама все говорит, там серию считает и шар, если ты забыл поставить, то она говорит. Внимание к турниру серьезное, в том числе со стороны Международной федерации любительского снукера. Мы прилетели в Тюмень в субботу. Нас фантастически встретили. Мы увидели, что здесь очень хорошие, приветливые люди. Все очень дружелюбные, погода хорошая, развлечение тоже отличное. Я думаю, Тюмень отлично проведет этот турнир. Чемпионат мира по снукеру среди молодежи, который начинается сегодня, для нас очень необычный и относительно новый вид спорта, потому что для России, для стран СНГ более популярным является русский бильярд, но мы осваиваем супер. Солидную делегацию выставила российская сборная. Есть в ней и тюменцы. Прогнозы в спорте – дело неблагодарное, но на медали принимающая сторона все же рассчитывает. Фавориты, как всегда, это Ирландия, Англия, все это страны, где этот в первую очередь развивался снукер. Ну и у нас есть пару ребят и девочки. Девочки у нас вообще там должны быть в фаворе. Может быть, и Беларусь, и Украина, и Россия, может быть, скорее будет в финале играть. Победители и призеры Тюменского первенства мира по снукеру будут названы 25 августа.